Я живу на весах, в это качество года. Моя песня, конечно, дождливого рода. Моя песня не спета и не одета. Моя песня — ответ письмам Анны и Лизы. Брызги ветра висят на промокших карнизах. Собрала их губами весна. Приносили в горницу дары, туеса березовой коры, молоко тяжелое, как камень. Я смотрел на ясное крыло, говорил, становится светло, голову поддерживал руками. Мама в белый шалик кружевной пела и склонялась надо мной. Будня, плеснувши краску из стакана, я показал на блюде студня косые скулы океана. На чешуе жестяной рыбы прочел я зовы новых губ. А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб. Проскочивший мимо меня с нездоровым ревом. Очень давно. Какой очень вам давно. Несколько лет назад в Ярославском поставили турникеты. Просто так выйти уже нельзя. Из поезда, из перона, в 30 лет. Один из моих друзей, перловчан, подъезжая к Москве, и повредил заранее. Ну, Австралия начнется сейчас. И действительно, началась Австралия, какой лежащий здорову, жирные рогатки. Все как веселую воспринимают игру. Автомобили, как кенгуру, шаграйки, кенгуру в пальто. Все пока кенгуру несут через турникет. Кенгуринное, содержимое электрички из Пресина. Лишь старуха, в ней было что-то куриное. На турникете чего-то ужахкало. Ударилась своим лбом о выступ потолка. На лицо выбился клок волос седых. Справа, слева струйка крови со лба текла. Словно еще один клок кровавый. Вот так неожиданно и пришла, хотя всех...